три проблемы выделила, да? Получается, это нет друзей, одиночество. Это проблемы в школе, взаимоотношения с учителями и непонимание родителей. Вот это вот три главных плита, с которыми сейчас подростки обращаются и молодежь. Это огромное хорошее. Пока это не очень приглядное помещение, здесь планируется организация зала для групповой работы. Здесь будет размещена черная стена для того, чтобы подростки и молодежь могли написать свои пожелания, выразить эмоции, для того, чтобы можно было написать расписание занятий психолога. А также здесь будут проводиться молодежные квартирники, завтрак с психологом, очень сейчас востребованные формы у нас в другом филиале. В общем, это самое большое помещение, зал для групповой работы. Здесь планируется организация свободного пространства для молодежи, для того, чтобы они просто могли прийти, пообщаться и установить контакт с психологом, и потом уже решить свои проблемы, трудные жизненные ситуации.